В сегодняшнем видео хочу показать вам настройку Android, которую нужно отключить. Если на вашем телефоне есть Google сервисы, следует проверить одну из настроек, которая имеет большую фоновую активность. Тем более после обновления могут появляться новые настройки и становиться снова активными. Кстати, на нашем канале, если хотите дополнительно пользоваться премиум приложениями без рекламы, тогда переходите в свой Telegram и в строке поиска допишите Andra Happy. Смело присоединяйтесь и пользуйтесь лучшими премиум приложениями. Для этого откройте настройки Google, настройки для приложения Google, поиск, ассистент и голосовое управление. Меню уведомления, отключите пункты, которые вас не интересуют, а затем внизу страницы откройте меню вашей темы и так далее. В нем находится настройка, которая в фоновом режиме использует местоположение, используя для этого Wi-Fi, Bluetooth и мобильный интернет для показа уведомлений. Помимо этого, проверьте также настройку персонализации, потому что после обновлений Play Store она может стать снова активной. Она у меня стала активной. Для этого в меню Google перейдите в пункт персонализации с учетом общих данных и отключите все приложения помимо YouTube. Эти простые действия позволят сэкономить заряд аккумулятора и ограничить количество данных, передаваемых для показа рекламы. Спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте свой мощный лайк. Всем удачи, пока!